Всем привет, дорогие друзья! На связи город Гомель, стадион Центральный. Здесь и сейчас Беларусьбанк, высшая лига, чемпионат Беларуси по футболу. В рамках 14-го тура местный футбольный клуб Гомель принимает Брестское Динамо. Фактически, по документам, еще не является главным тренером. Позже об этом немного. Сразу же у Бреста возникает опаснейший момент. Можно забивать, это и делает Павел Савицкий. Вот это начало. Вот так начало, дорогие друзья. Мы сейчас обязательно посмотрим повтор. Мы успели, конечно, представить составы играющих сегодня команд. И неожиданно на первой же минуте влетает мяч в ворота, которая насущна для гомельчан. На штрафную площадь удар по воротам. Очень хотел. Подача Антона Шрамченко. Удар по воротам. Это наносил его Руслан Юденков. Это Дуарте. Это также Сергей Кривец. Ну, досмотрим этот момент. Юзепчук. Идет в центр. На дриблинге пытается пройти соперника. И удалось. И классную передачу на Милевского сделал. Какой сейв! Футболистов, чтобы добиться места в старте. Фомие можно направо отдавать. В невдодачу немножко Савицкому на полшага. Но тот Милевского находит. Милевский в штрафную. Под правую убирает. Сам не пробил. Отдает партнеру. Каргас удар поворотом. Мимо. У Милевского и снова могла сыграть та связка, на которую мы уже оговорили и наметили. Милевский. Фомие! Ой, здорово! 2-0! Отлично. Разыгранная комбинация. Знаешь, что могло произойти? Действительно, футболисты Гомеля отвлеклись на Павла Савицкого. Он был намного активнее. Юзепчук. Поднимает руки. Возможно, дает тем самым какой-то знак. И действительно, это какая-то заготовка. Пошла подача по вратарскую. И Фомие оформляет дубль. 3-0. Смотрим повтор. Как-то совсем легко влетают мячи в этом первом тайме на гомельские ворота. У Алексея Шпилевского дебют-то какой получается, а? Очень деловито он выглядит. Может произойти и сейчас. Юзепчук пошел сам в штрафную. Прострел, удар по воротам. Ну что, да, похоже, все-таки фиксируется взятие ворот. Это Джоэль Фомие, который оформляет хет-трик. Оформляет хет-трик в этом поединке. 4-0 счет становится. Ты знаешь, очень сложно анализировать такие голы, когда они забиваются с двух. Дударь. Центральный круг и потеря. Вот и вся комбинация гомельчан. Кажется, сейчас хозяева находятся в состоянии нокдауна. Артем Милевский. Можно пятый забивать. Действуют футболисты Бреста. Милевский. Передача. 5-0 становится счет в нашем матче. Все получается. Все получается. Забивает Юзепчук. Роман Юзепчук. Еще одно молодое дарование. Родом он из Могилева. Футболист. Игровой момент, но стоит, конечно, играть более внимательно. А теперь Савицкий выходит 1-1 и забивает шестой гол в нашем матче. Павел Савицкий. 6-0. Как-то тренировки. Проникающая передача между линиями от Чиди. Савицкий в несколько касаний приближается к штрафной площади и просто пускает мяч мимо голкипера.